Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Гремлин Серж, и я начинаю 42-ю серию покемонов. Да, я думаю, что я уже достал вас своими посредственными сериями, когда серия по 30, по 40 минут, а я ничего в ней не делаю. А если и делаю, то это я делаю отрывками, вам даю и переозвучиваю. И это все неинтересно. Получается, вы уже несколько серий подряд смотрите какую-то фигню, и вы спросите, типа, зачем ты все это делаешь? Мы хотим действовать, иди. На плата Индиго, все, у тебя уже 8 значков. Но знаете, я так играю, я так хочу играть, и в первую очередь, да, все-таки летсплеер — это человек, играющий для себя, он играет в игры и записывает их, и поэтому как он хочет, таким летсплей получается. К чему я все это говорю и чем я пытаюсь себя так защитить? То, что сейчас будет весьма нудная и посредственная серия. Я хочу почитать весь покедекс. Да, в прошлой серии, в прошлых нескольких сериях я собрал весь покедекс. Да, у нас 149 статей найдено. Осталось всего лишь две, но две мы получим только после окончания платы Индиго. Вот, и поэтому я сразу же вам говорю в самом начале. Если вам не интересно чтение покедекса, если вам не интересно смотреть, что там нам пишут про покемонов, если вам будет не интересно 20 минут слушать меня, как я читаю текст и, возможно, какую-нибудь лабуду говорю, то вы спокойно можете пропустить эту серию. В ней я абсолютно ничего не сделаю, в ней я буду весь день сидеть, весь день, всю серию сидеть и читать покедекс. Вот и все. Такие вот дела. Так, я, в принципе, подготовлен. У меня все покемоны... Точно, я же скорость снизил, чтобы музыка была получше в этой серии. Вот, мы можем зайти в ПК Билла и посмотреть... Так, зачем мне двигать вещи? Двигать покемоны. Вот вся моя команда укомплектованная. В 50 уровня все. Здесь вот оставшаяся часть команды. Все 50 уровня. А тут я уже начал выстраивать, выкладывать. Вот сюда в эти дырочки помещаются мои покемоны. И тогда все полностью укомплектовано. Все формы, все финальные формы покемонов у меня находятся здесь. Такие вот дела. А сейчас мы с вами почитаем про этих покемонов в покедексе. Давно я еще вам говорил об этом, что хочу почитать, что будем читать. И вот наконец-то эта серия добралась. Опять же, предупреждаю, если вы еще в раздумьях, я всю серию, все 20 минут буду просто читать покедекс. Я, наверное, даже больше двигаться не буду в игре. Так что, если вам это не интересно, пропускайте эту серию. И увидимся с вами в следующей серии. А тем, кому интересно, давайте начнем, что ли. Ну что, нумерация. Начнем с самого начала. Бульбазавр. Бульбазавр – семенной покемон. С самого рождения носит на спине семя растения. Оно растет и развивается вместе с покемоном. А, его месторасположение нам неизвестно, потому что мы мало их видели. И дальше... А, это все, да? Это все. Ивизавр. Семенной покемон. Так, на его спине растет луковица. Поглощая солнечный свет, луковица развивается в большой цветок.
И также данных мы здесь с вами, расположение его не увидим, но мы можем заметить, когда он по сравнению с нами размером. Почему еще данных нам не дают про него? Потому что мы получили и Визавра, и вообще стартовых покемонов получаем от профессора Оука. Где он их берет, неизвестно. Так, ну и Венузавр. Эти три покемона типа трава и яд. Цветок на его спине обладает изумительным ароматом. Этот аромат хорошо успокаивает людей и покемонов. И тут мы можем уже заметить, что это громадина на две головы выше нас. Ну, а теперь Чармандер. Ау, извините. Чармандер. Огненный тип покемона. Ящерный покемон. С самого рождения на кончике его хвоста горит пламя. Если пламя погаснет, покемон умрет. Ну и такой вот масюсенький Чармандер. Чармелеон. Пламенный покемон. Старается сбить врага с ног ударом хвоста, чтобы потом добить его когтями. Вот. И Чаризард, который, кроме огненного, еще становится одновременно и воздушным типом. Что весьма сильно меня всегда в детстве раздражало. Потому что, вот лично я бы дал бы ему драконий тип. Но драконий тип ему не дали, ему дали воздушный. Сейчас я, конечно же, понимаю, что он с крыльями. То есть, не каждый, как же так сказать-то поподробнее. Не каждый дракон с крыльями дракон. Ай, ладно, вы поняли, что он имеет воздушные атаки, всякие вихри и так далее и тому подобное. И поэтому ему дали тип воздуха. Ну ладно, посмотрим. Чаризард, пламенный покемон. На своих крыльях может взлетать на высоту до 4600 футов. Чаризард выдыхает пламя высочайшей температуры. И тоже громадина. Сквиртл, пошел водный тип, и Сквиртл у нас имеет один тип. Давайте не буду я сейчас тут фигней заниматься. Сквиртл. Панцирный покемон. Когда он втягивает голову в панцирь, его водяные атаки становятся намного сильнее. Вартортл. Популярен как домашнее животное. Мех на его хвосте свидетельствует о возрасте покемона. И Blastoise. У меня всегда вызывал какое-то сомнение, недоумение. Все было классно, а тут бац, и металлические пушки, торчащие из панциря. Я, конечно же, понимаю, что с одной стороны это типа круто, но, блин, он живое существо. Blastoise, панцирный покемон, способен задавить врага своим огромным телом. Если Blastoise ущипнуть, он спрячется в панцирь. И такой же огромный, как и Бульбазавр и Чармандер. Давай, я привык называть их по маленьким. Так, Катерпи, жук. Гусеничный покемон. Покрыт зеленой кожей. Развиваясь, Катерпи сбрасывает кожу, покрывается шелком и становится коконом. И вот он такой масюсенький, и тут уже можно увидеть ареал его обитания. Но это Веридинский лес и места убила. Ой. Метапод. Вторая его эволюция. Твердотелый покемон. Скрывает свое нежное тело под твердой скорлупой. Метапод может не выдержать резкой атаки. А самое, что главное, в детстве, когда были изображения покемонов, я всегда считал, что он в другую сторону. Лицо его смотрит вот там, видите, где у него такой хохолочек на спине? То есть он как бумеранг изогнутый, и вот как он на нас смотрит, это его лицо. А я всегда думал, что он в другую сторону смотрит, и для меня было шоком осознать вот такую вот великую тайну.
Ну и у него такой же ареал, конечно же, в Верегинском лесу чуть-чуть поменьше у него ареал. Не весь Верегинский лес, а места. И Баттерфри, который кроме жуковского типа, типа жуков, получает еще и воздушный. Мотыльковый покемон. Его крылья покрыты водоотталкивающей пылью. Баттерфри может летать даже в проливной дождь. И нет данных о его месте обитания, потому что мы с вами за всю игру не сталкивались ни с одним Баттерфри. А этого Баттерфри мы получили из эволюции Метапода. Ой, видал. Вторая гусеница, встреченная нами в самом начале нашего пути. Гусеничный покемон, как и Катерпи, часто встречается в лесах или на полях. Двухдюймовый шип на его голове ядовит и остр. И такой же обитал. Но он, кроме жуков, теперь еще и ядовитый. Какуна! Твердотелый покемон. Временная стадия развития, на которой формируется тело. Какуна не может самостоятельно передвигаться. И получаем Бидриллу. Пчелиный покемон. Предпочитает держаться в стае. Очень быстро летает и может атаковать ядовитым жалом прямо в полете. И так же, как и с Баттерфри, нет ореола. Пиджи. Также мы Пиджи встретили даже раньше, чем Видла и Катерпи. Нормальный тип, воздушный. А птичий покемон. Обычно скрывается в зарослях, выискивая небольших жуков. Сражаться Пиджи не любит. И ореол обитания огромнейший. Мне вот еще интересно, вот что он то за перешеечки рядышком. Это, наверное, острова. Я так думаю. Да, это, наверное, острова. Три острова, которые нам доступны. Пиджиота. Птичий покемон. Его когти прекрасно развиты. Пиджиота может нести добычу вроде Экзегута в свое гнездо больше 600 миль, 60 миль. И такой же ареал... А, меньше, гораздо меньше ареал обитания. Пиджет. Финальная эволюция. Размах его величественных крыльев вселяет ужас во врагов. Скорость Пиджет вдвое превышает скорость звука. Вот какие интересные данные мы получаем. Ратата. Покемон, которого я, наверное, больше всех стебал и всех, потому что, ну, не нравится мне эта фиолетовая мышь. Нормального типа. Мышиный покемон. Его резцы длинны и очень острые. Они постоянно растут, и ратата грызет твердую пищу, чтобы стачивать их. И ареал обитания можем сами увидеть. Достаточно обширный. Так что так. И его вторая эволюция. Пошли уже покемоны не в три эволюции, а в две. Ратикей. На его задних лапах по три перепончатых пальца. С их помощью Ратикей может плавать. И ареал обитания у нас в основном только дорога байкерская и особняк. Спироу. Второй летучий покемон, который был у меня. Я вообще хотел, помните, те дальние серии, когда я говорил, что хочу быть птичьим покемоном. Видно, не реализовать мне такую идею, несмотря на то, что птиц у меня предостаточно. У меня три легендарных покемона. А птичий покемон никогда не сидит подолгу на одном месте. Не стоит недооценивать его зеркальную атаку. И ореол обитания огромнейший. И его финальная эволюция, которая нас покатала по всему Канто, да? Представляете, сколько она нас возила туда-обратно? Фироу. Благодаря своим огромным крыльям этот покемон может летать целый день без отдыха. И ореол обитания... Ореол обитания. Я не знаю, зачем я постоянно говорю этот ореол обитания, ведь ничего я вам сказать по поводу их не могу. Эканс. Змеиный покемон. Часто встречается на полях. Почувствовав опасность, Эканс угрожающе щелкает своим языком. Вот ядовитый тип. Чисто ядовитый. Если до этого нам встречались второй тип,
А как я понимаю, первый ведущий тип все равно, который первый указан, а второй уже больше, более вспомогательный. Арбок. Эброк, как я его называл. Змеиный покемон. Рисунок на его теле похож на страшное лицо. Слабые враги избегают от одного вида этого рисунка. Ну, а мне что-то на лицо это не сильно похоже. Ну, хотя, с другой стороны, такой демон, типа. Ну, и орел обитания у него только дорога на Лигу Индиго. Пикачу! Электрический покемон и любимец многих. Тоже машинный покемон. За его щеками спрятаны электрические мешочки. В случае опасности Пикачу использует весь накопленный заряд. И ореол обитания совсем маленький. Электростанция и небольшой клочок в Веридинском лесу. Ой, Райчу! Его электроатаки достигает напряжения 100 тысяч вольт. Прикосновение к нему может свалить индийского слона. Вот я тоже всегда интересовался вот этой фишкой. В мире покемонов. Покемоны как живые существа. И то есть других существ у них нету. Ни коров там, ни курей, да? В аниме-сериале мы этого не увидим. В игре тоже нет. Получается, покемон это единственные зверушки. Вот. А значит, они питаются этими покемонами, по факту. Я не думаю, что все канты и вообще весь мир покемонов вегетарианцы. Они едят мясо, значит, они забивают покемонов. Но тут в статье нам говорят про индийского слона. А значит, есть у них Индия и есть индийский слон. Я вот не уверен только, знаете, в чем. Это написано чисто для нас, для игрока, который в реальном мире, да, живет, чтобы он мог сравнить что-то. Либо это реально их география. Ну и нет данных про... Потому что Райчу мы с вами не встречали, кажется. Сэншью. Покемон, который был нам недоступен в FireRed версии, и только благодаря паролю я его получил. Мышиный покемон. Роет норы и живет под землей. В случае опасности сворачивается в шар для большей защиты. Он тоже мышь у нас. Земляной мышь. И его Sandslash, вторая эволюция, атакует противников спинными шипами и мощными когтями, постоянно находясь в движении. И также нет данных, потому что в нашей игре они не живут. Нидоран. Девочка. Ядовитый тип. А я почему-то всегда считал, что он земляной тип. Ладно. Шипастый покемон. Несмотря на маленький размер, очень опасен ядовитыми шипами. Рог меньше, чем у мужской особи. Ядовитый тип. И обитает он немножечко дальше Пьютера. И в сафари. В зоне сафари. И он такой вот масюсенький, как хороший. Нидорина. Шипастый покемон. Несмотря на грозный вид, Нидорина очень добра. В бою использует ультразвук, чтобы запутать врагов. И она обитает только в сафари-зоне. Блин, что-то уже 18 минут, а я только до 30-го покемона добрался. Нидоквин. А, вот, Нидоквин уже яд и земля. Все его тело покрыто прочной чешуей, и когда Нидоквин встревожена, чешуйки встают дыбом. Рогатый покемон, уже не шипастый, а рогатый. Нет данных места обитания, потому что они не живут в этом мире. Так, Нидоран мальчик. В детстве, совсем в маленьком детстве, я еще не осознавал про... Вот эти значки, да, мальчик, девочка, и я всегда не понимал, типа, что за фигня и почему у Нидоранов двое. Нидоран мальчик. С помощью огромных ушей распознает даже отдаленные звуки. Когда Нидоран напуган, он выпускает ядовитые шипы. И такое же место обитания, как и у Нидорана девочки. Нидорина.
крайне агрессивен. Удар его мощного рога можно расколоть даже алмаз. Такое же место обитания. Они вообще дублирующие покемоны. И тут уже больше предпочтения играющих. Девочки, наверное, выбирают девочек. А мальчики. Отличается сверхпрочной шкурой и торчащим рогом. Будьте осторожны, рог ядовит. Вообще, скажите, ребята, которые более осведомлены в этой игре и знают больше, чем я, потому что я все вот так вот поверхностно знаю, есть ли разница между Nidoqueen и Nidokingdom? В чем эти, если есть такое различие, в чем эти различия? Там статы, я не знаю, или атаки другие, или они полностью дублирующие, только внешне отличаются? Он с нас ростом, да, получается? Clefairy. Нормальный тип. Из-за красивой внешности стал популярным домашним животным. Однако это очень редкий покемон. Вообще он волшебный. Я вот не помню. Я помню, что Джиглипуфу в пятом поколении дали фейный тип. А вот Clefairy дали или не дали, я вот что-то не помню. И места обитания Clefairy — только Лунная гора. Clefable. Волшебный покемон. Обладает очень острым слухом. Может услышать звук упавшей булавки на расстоянии 1100 ярдов. Вульпикс. Огненный покемон и второй покемон, который нам был недоступен. Ну, в принципе, и я забыл упомянуть, что и Чармандер со Сквиртлом нам были недоступны. Но ладно уж. У молодых особей 6 шикарных хвостов. По мере развития вырастают новые хвосты. И девятихвостый! Наруто! Здесь девятихвостый лис! Лисий покемон. Места обитания нет. Но, в принципе, у них место обитания примерно такое же, как у... Забыл. Кажется, такое же, как у... Гроулайта, да. А у Сэндслэша точно такое же место обитания, как у Пикачу. Но Сэндслэш не стал настолько популярный и раздражительный. Так, Найнтэйлс. Имеет 9 длинных хвостов и отличающий золотым мех. Золотом мех. Говорят, Найнтэйлс может прожить 1000 лет. Ну, по грудь там где-то примерно. Джиглипуф. А я привык его называть Джиглипаф. И он тут тоже просто нормального типа. Потом он уже фейный тип приобрел. Очаровывает врагов огромными глазами. Затем убаюкивает их своей песней. Шаровидный покемон. И место его обитания сразу же за Пьютором. Виглитаф. Шаровидный покемон, хотя он уже не шаровидный. Обладает очень нежным, мягким и густым мехом. Он мохнатый. Виглитафа очень приятно гладить, а я думал, что он кожаный. Зубат. Зубат. Ядовитый тип, воздушный. Не имеет глаз. В пространстве ориентируется с помощью ультразвуковых волн. Ночной покемон. Чем мне вот еще нравится первое поколение, тем, что оно более близко к нашим реальным, да, существам из нашего мира. Чем дальше поколение, да, чем больше у поколения циферка, тем более нереалистичные покемоны, и, наверное, из-за этого они мне меньше нравятся. Но тоже спорный момент, потому что есть и весьма интересные ребята... И в других поколениях. И его эволюция Голбат. Кусает свою жертву острыми, как иглы, клыками и высасывает кровь. Одним глотком может выпить до 10 унций крови. Здоровый, в принципе, зараза, здоровый. Вот, такие вот дела. Одиш. Трава, ядовитый покемон. Тут в комментариях заметили о том, что в первом поколении вообще нет ни одного травяного покемона, чисто травяного покемона. Всегда есть ядовитый. И из-за этого у них там слабости.
много. Биологическое название Odium Wanderus. Говорят, по ночам он проходит на своих корнях до 1000 фунтов. Футов. Фунт — это вес. Или деньги. Я необразованная дылда деревенская. Так. Ну, место обитания, сами видите, его найти легко. Глум. Вторая эволюция Глума. Цветочный покемон. Его пестик источает ужасное зловоние. Этот запах может вызвать потерю сознания даже на расстоянии 1,25 мили. Место обитания немного скукожилось. Вайлплюм. Цветочный покемон. Его лепестки самые большие в мире. Имя Вайлплюм рассеивает... Имя Вайлплюм рассеивает в воздухе аллергическую пыльцу. Парас. Жук и трава. Два типа, которые... Вообще жуки, да, получается. И у нас был жук-воздух, а это жук-трава. А, нет, наоборот. Взаимодействие типов — это, наверное, то, чего я никогда не пойму. Даже если я пересмотрю тысячи табличек, я все равно не хочу это запоминать. Так, парас. На его спине растут грибы, которые называют точукаса. Грибы растут вместе с покемоном. И орел обитания Лунная гора и сафари. Парасект. Няшка. Парасект — классный, симпатичный покемон. Он мне нравится, не знаю почему, но он меня прям в восторг вызывает. Грибной покемон. Своим грибом на спине рассеивает ядовитые споры. В Китае эти споры применяют в медицинских целях. Значит, ёлки-палки, Китай у них тоже есть. Брать. Но с другой стороны, мои знания подсказывают о том, что первый регион Канта, и в реальности есть Канта, потом уже регион... Многие, вообще все регионы в покемонах основаны на реальных местностях. Вот, но если другие основывались на реальных местностях, но носили уже другое название, были менее похожи на оригинальный. Вообще, как появились покемоны? Создатель, да, с детства любил коллекционировать всяких жучков, паучков, все то подобное, и потом уже в более взрослом состоянии решил сделать какую-то игру. И реализовал ее. И поэтому первое поколение, оно более реалистично, что ли, наверное, так сказать нужно. И поэтому, может быть. Хотя я не знаю. Я и только постигаю этот великолепный мир. Парасект. Венонат. Жук. Яд. Жучий покемон. Его глаза работают как радары. Венонат отлично видит в темноте. Глаза также могут стрелять смертоносными лучами. Ареал обитания большой. Веномот. Покемон, за которым я достаточно много побегал. Мотыльковый покемон. Его крылья покрыты пылеобразными чешуйками. Взмахов крыльев Веномот разбрасывает ядовитую пыльцу. Только зона сафари и немножечко на острове, да? А, лес же. Лес, забыл. Диглет. Самый загадочный покемон, потому что сколько уже лет покемону существует, и все гадают, что же у него там под землей. Прячется под землей на небольшой глубине. Перемещаясь, оставляет след из спаханной земли. Землеройный покемон. И место обитания только вот им отдельную, блин, пещеру выделили, понимаете? Они живут только в отдельной пещере. Диктрио. Землеройный покемон в битве зарывается в землю, чтобы сбить врага с толку, а затем атаковать его. Там же он обитает. Мяут. Нормальный тип. Спит только днем. По ночам патрулирует свою территорию, ориентируясь с помощью светящихся глаз. Это кошачий покемон. И место обитания... Место обитания... В Канто его практически нету, зато на островах он на каждом встречается. Так... Перс. На самом деле, я не знаю, почему его назвали здесь персом. Он персиан. Также кошачий покемон. Отличается весьма скверным характером. Если перс задирает вверх свой хвост, это значит, что он готовится напасть. И обитает он только на островах. В Канто его нету. Пседак. Постоянно страдает от головной боли. Когда боль усиливается, у пседака появляются необычные способности. Утиный покемон, а я все-таки думал, что он утконос. Ладно.
И этот покемон прям везде, его вот прям вездесущий пседак захватил все Канто. Водяной он. Голдок. Утиный покемон. Прекрасно плавает благодаря перепончатым лапам. Его можно часто увидеть плавающим в озере или реке. И орел обитания уже маленький. Манки. 56 номер и первый боевой тип покемонов. Обезьяний покемон. Очень легок и проворен. У Манки крайне свирепый нрав. Если его разозлить, он впадет в бешенство. И его ареал обитания в основном дорога в плато Индиго. И Прайм... Вот всегда произношение этого было. Праймейп. Постоянно в дурном настроении. Если Праймейп погнался за кем-то, он будет преследовать цель, пока не догонит. Гроулайт. Огненный покемон. Щенячий покемон. Очень дружелюбен и предан хозяину. Отгоняя врагов, Гроулайт рычит и кусается. И он обитает в небольшом ареале, в основном возле Сафрона. А, и Арканайт. Легендарный покемон. Он. Упоминается в китайских легендах. Они описывают Арканайта, мчащимся на невероятной скорости. Какой он огромный! Я думал, что он поменьше будет, но нет. Поливак. Водный покемон. Лягушачий покемон. Его кожа очень тонкая. Часть его внутренних органов в виде спирали видна сквозь кожу. И достаточно большой ареал обитания. Поливиртл. Поливирл. Точнее. Его ноги хорошо развиты. Вполне может жить на суше, но предпочитает находиться в воде. Тоже лягушачий покемон и уже нам по пояс. Полирад. Вода. Бой. Великолепный пловец, владеет всеми стилями. Плавает быстрее, чем лучшие человеческие пловцы. И он уже с нас размером. Какие же они все-таки все огромные. Абра. Психический покемон. Спит 18 часов в сутки. Даже во сне может использовать телекинез. Псионный покемон. И он обитает только возле Била. Кадабра. Псионный покемон. Однажды утром мальчик с экстрасенсорными способностями проснулся превращенным в кадабру. То есть кадабра — это человек, превращенный в покемона? Боже мой, какие жуткие вещи все-таки в этом мире происходят. Ой-ой-ой-ой-ой. Алаказам. Покемон, который нам был недоступен, потому что его можно получить только при обмене. Не любит физические атаки. Своих врагов побеждает психической силой, которой владеет в совершенстве. И, конечно же, он нам недоступен. Мачоп. Боевой покемон. Мускулистый покемон. Его тело сплошные мускулы. Несмотря на маленький размер, Мачоп может поднять 100 взрослых человек. И ореол обитания масюсенький. Только возле гор... А, в горном туннеле он находится. Мачоук. Мускулистый покемон. Никогда не устает. Мачоуки часто помогают людям выполнять тяжелую работу. Гастарбайтеры, в общем, в мире покемонов. Но им, наверное, в радость. Мачамп. Своими четырьмя хорошо развитыми руками может нанести 1000 ударов всего за 2 секунды. Ну, с человека ростом. Но он вообще человекоподобный покемон. Они мне не сильно нравятся, такие именно человекоподобные покемоны. Но ладно уж, почему нет. Белспраут. Трава, яд. И вправду, блин, все травяные покемоны одновременно и ядовитые. В комментариях были правы. Белспраут. Покемон, который нам был недоступен. Его зародыш похож на человеческое лицо.
Говорят, что это зародыш, разновидность легендарной мандрагоры. У них и мандрагора есть. Мир, значит, все-таки наш. Виппинбелл атакует врагов своими заточенными листами. Может плеваться едкой кислотой. Он мухоядный покемон. А не груша, как я считал в детстве. Так, а Белспраут у нас цветочный, да, покемон. И Виктрибелл. Мухоядный покемон. Ловит насекомых своей пастью, привлекая их медовым запахом. Пойманных переваривают в кислоте. И вот, и по факту, в моем мироощущении этого мира, он питается баттерфли, бедрилами, я не знаю, как они в него помещаются. Но он большой-большой Виктрибелл все-таки. Тентакул. Вода, яд. Вообще что-то много яда, как по мне. Его глаза прозрачны, как кристаллы. Ими тентакул стреляет таинственными световыми лучами. Медуза... Какой он там покемон? Медузовый покемон. И достаточно большой ареал обитания. На самом деле он нас достал. Я все гневался на Ротату, как самого надоедливого покемона. Нет, их много. Тентакул один из них. Тентакруэл. Красивый покемон. У него 80 ядовитых щупалец. Они могут ужалить, вызвав отравление или острую боль. И орел обитания только на островах. Джиадьют. Камень-земля. Скальный покемон. Его легко поднять благодаря сферической форме. Некоторые люди играют джиадьютами в снежки. Я не знаю, что это за больные люди, которые здоровенные камни. Да, он, вы видите, какой он здоровый. Блин, его, во-первых, как ты его швырнешь, если только он сам себе помогает, конечно же. Но, как я понимаю, он не левитирует. Это не летающий покемон, он передвигается при помощи рук. И кидать его... Я не знаю, как это все работает, но это дико. Гравайлер. Может... катиться без остановок долгое время. Будьте осторожны, путешествие пешком по горам. Тоже скальный покемон. И голем. Третья его эволюция, которая тоже появляется при обмене. Мегатонный покемон. Его защищает твердый панцирь, который крепок, как горная порода. Раз в год голем сбрасывает панцирь. Я бы хотел бы посмотреть на голема без панциря. Ну и нет данных. Панита. Огонь. Огненно-гривый покемон. У него легкое тело и невероятно сильные ноги. Панита одним прыжком может запрыгнуть на Айверс Рок. И обитает он только на островах. Мне вот интересно, эти острова появились только в этой версии. В первой игре их островов не было. Тогда где была Панита? Как можно было достать Паниту? Рапидаш. Развивает скорость до 150 миль в час. Рапидаш во время бега легко спутать со скоростным поездом. И также он обитает, где и Панита. Слоупок. Вода психический. Глупый покемон. Всегда выглядит рассеянным, неизвестно, думает ли он вообще. Хвостом Слоупок может ловить рыбу. И он тоже нам недоступен. Вместо него у нас Пседак. Одинокий покемон. Когда Слоупок рыбачит, его за хвост укусил Шелдер. Это вызвало эволюцию Слоупока и Слоубро. Значит, все-таки это не миф. Но эволюционирует он просто так. Или типа был первый Слоупок, и он не имел эволюции. Но потом, случайно, Шелдер укусил его за хвост, и они эволюционировали, и все остальные последующие Слоупоки, а ведь мы знаем, в этой игре-то нет, но вообще-то многих покемонов можно из яиц добывать. Ой-ой-ой-ой. Ну, зато знаете, как интересно на самом деле? Магнемайт. Электричество, сталь.
Да, Сталь — это тип, который появился во втором поколении, в первом его не было, а потом уже он приобрел все-таки из-за этого. Такие у меня были с ним проблемы. Я его пытался душить землей, думая, что он электрический, а он еще и был и стальной, и имел иммунитет. Магнитный покемон. Перемещаясь, совершает колебательные движения. Вокруг себя Магнемайт создает сильное магнитное поле. Ну и он только на электростанции. Магнетон. Сформирован из нескольких магнемайтов. Магнетон излучает очень сильные электромагнитные волны. Самое что главное. Магнемайта можно достать только на электростанции. А магнетон еще находится возле Церулина. Где он там находится, я не знаю. Farfetch'd. Он у нас нормальный и воздушный. Тоже, я вот смотрю, нету ни одного покемона, который чисто был воздушный. Или воздушный был в лидерах. Нет. Все воздушные сначала нормальные. Его часто замечают с зажатыми в клюве прутом, который Farfetch'd использует для постройки своего гнезда. Он просто Хацуна Мико со своим луком Пареем. Укиный покемон он тоже. И места обитания его нету, потому что мы его получили при обмене. Додуо. Тоже нормальный воздушный покемон. Появился в результате мутации. Бегает со скоростью до 60 миль в час. Двуглавый покемон. Что вызвало мутацию, неизвестно. Был сначала, значит, Додуо одноголовый. А потом появились мутации, и в итоге все это укрепилось. Как говорится, две головы лучше, чем одна. А три вообще замечательно. Ау, я вышел. Додрио. Трехглавый покемон. В диком виде встречается редко. Три головы Додрио символизируют радость, печаль и ярость. И какой же он огромный. Сиил. В аниме вроде он был поменьше и выглядело глупо, когда на нем катались, а вот такое вот весьма неплохо. Сил, вода. Благодаря густому голубоватому меху Сил сохраняет активность даже в минус 40 градусов по Фаренгейту. По Фаренгейту это гораздо холоднее, чем 40 градусов по Цельсию. На ледяных островах он обитает. И Югонг, вода, лед. Ледка... А вот я не помню, ледка какой тип, в котором поколении он появился. Так, ладно. Морской лев покемон. Покрыт чистым белым мехом. Чем холоднее погода, тем более активным становится Дьюгонг. Граймер. Ядовитый покемон. Вот даже есть чисто ядовитый покемон, а чисто травяных мы еще не встречали, как и чисто воздушных. Эти покемоны образуются из грязи, облученной рентгеновскими лучами. Грязь – любимая пища граймеров. То есть это чисто мутация, не мутация. Сталкер. Тут для тебя работа есть. Маг. Грязевой покемон. По цвету сливается с землей, поэтому его сложно заметить. Прикоснувшись к нему, можно отравиться. Ну да, если это... грязь, помой. Я всегда считал, что он такой в канализациях обитает. Шелдер. Творчатый покемон. Его раковина тверже алмаза, однако тело Шелдера очень нежное. Нежен внутри. Клойстер. Вода. Лед. Его раковина невероятно прочна, ее не разрушить даже бомбой. Раковина открывается, когда Клойстер атакует. А до этого он просто, да, такой упрямый сидит. Гастли. Призрак. Яд. Существует в виде газового облака. Гастли может свалить индийского слона, окутав его за 2 секунды. Значит, он не материальный парень. Ну да, призрак, он, конечно же, не материальный. Хонтер. А я его всегда Хантером почему-то называл. Ну, Хантер-охотник. Газовый покемон. Если вы чувствуете, что за вами следят, но рядом никого нет, значит где-то поблизости Хонтер. И также только башня покемонов. И это, кажется, единственные призраки, которые есть в
первом поколении. Генгар. Покемон, появившийся при обмене. Теневой покемон. Говорят, что он выходит из тьмы, чтобы похищать души людей, которые заблудились в горах. Оникс. Камень, земля. Скальный покемон. Как правило, живет под землей. В поисках пищи он может прорыть тоннель в 50 миль всего за час. Мне больше интересно, как они... У них землетрясения, из-за них и обвалов не происходит. Дроузи. Психический покемон. Тот псинический, это гипнотический покемон. Ой, блин, я как вспомню, как... прокомментировал, описал внешность этого покемона в говне. Ёлки-палки, это озвучил. Прекрасно владеет гипнозом. Дроузи считается потомком легендарного Баку, который, согласно мифам, ест сны. Это вот тоже из индийской мифологии, если мне память не изменяет. Гипно. Гипнотический покемон всегда носит с собой маятник. Был случай, когда Гипно украл ребенка, которого загипнотизировал. Похититель детей. Краби. Краби покемон часто встречается на морском побережье. Оторванный клешни краби со временем снова отрастает. Кто может такому няш отрывать клешни? Это дичь просто. Вот. Я могу нажать на старт, и он покричит. Ладно, это все равно очень дико выглядит. Кинглер тоже водяной покемон. Большой размер делает Кинглера довольно медленным. Но его огромный клешни сжимается со страшной силой. Ну да, он с нас ростом, точнее его клешня. Волторб, электрический покемон. Малоизученная форма жизни. Говорят, что Волторб любит применять визг и самоподрыв. Вот не знаю, кто прям так предпочитает самоуничтожать себя. Ну ладно уж, такой вот природный мир. Электрод. Взрывается по любому поводу. За свой нрав Электрод получил прозвище «Сферическая бомба». Шаровидный покемон. Какой же он огромный. Это представляете, как он бомбанет? Самое что главное. На электростанции мы находили некоторые предметы, которые на карте отображались как покеболы. Но вместо вещей мы получали электрода. Такой вот здоровенный шар. Какая-то нелогичность. Я решил, что покеболами отмечается просто, чтобы игрок видел. А, вдаваться в подробности игры — это просто дичь какая-то. Экзегутор — первый травяной покемон, который не ядовитый, а психический. Экзегутор — яйцевидный покемон. Несмотря на внешнее сходство экзегутора с кладкой яиц, его считают посаженными семенами. И экзегутор. Если бы вы видели, что в седьмом поколении сделали с ним. Его называют ходячей кокосовой пальмой. У каждого ореха есть собственное лицо. Кубон. Земля. Носит на голове череп своей мертвой матери. Говорят, что когда Кубон остается один, он громко завывает. Так что такие вот дела. Какой он масюсенький. Ой, божечки, Маравак. Недостаток физической силы Мароваку с лихвой компенсирует его боевой характер и костяная дубина. Вон он. То есть мы Маравака могли и просто так поймать. Наверное, в пещере героев, или как она там, путь героя называется. Хитмонли. Боевой покемон. Бойцовый покемон. Его ноги эластичные и подвижные. Своими ногами Хитмонли может атаковать противника, не сближаясь с ним. То есть он такой... И нога у него увеличилась. Хитмончан. Бойцовый покемон. В нем дух настоящего боксера. Удары Хитмончана быстрые, как скоростной поезд. Ликитунг. Нормальный покемон. Лижущий покемон. Его язык вдвое длиннее его самого.
Тунг использует свой язык как дополнительную руку и как оружие. Кофинг. Газовый покемон. Его легкое, похожее на воздушный шар тело, наполнено ядовитыми газами. Кофинг очень неприятно пахнет. И Визинг, вот страдалец, за которого мне всегда было жалко. Иногда в результате мутации появляются два кофинга-близнеца, которые соединяются и становятся Визингом. Я, конечно же, все понимаю, что это игра, это не реальный мир, и как бы получается, кофинги при рождении вот так вот соединяются, и они становятся визингами. Никаких эволюций нет, а эволюция — это чисто игровой момент. Дичь. Страшная дичь. Райхарн, земля, камень. Сильный, но не очень смышленый. Своим яростным толчками Райхарн способен снести целый небоскреб. Шипастый покемон он у нас, и он обитает только в зоне сафари, где мы его и поймали, в принципе. Райден. У меня с Райден сразу произошла ассоциация с Райденом из Mortal Kombat. В результате эволюции встал на две ноги. Рогом и кулаками Райден хорошо дробит камни. Чанси! Нормальный тип, а потом она тоже получила фейный. Откладывает несколько яиц в день. Эти яйца очень вкусные и питательные. Это ест. Яичный покемон. Танжела, вот единственный травяной покемон. Синие плети надежно скрывают его тело. Эти плети окутают любого, кто приблизится к Танжеле. Ой, Кангасхан. Нормальный тип. Материнский покемон. Женские особи вынашивают своих детенышей в шумке на животе. Кангасхан прекрасно владеет ударом кометы. Хорси. Вода. Тут вот сейчас пойдет большая прослойка водяных покемонов. Хорси. Драконий покемон. Поддерживает баланс с помощью спирального хвоста. Хорси может стрелять чернилами своего рта. А почему он драконий покемон? Не знаю, как он вообще зародился, но третья его эволюция, которая доступна во втором поколении в Джота, она имеет уже драконий тип. Сидра. Его тело покрыто ядовитыми шипами. Неосторожное прикосновение к ним может стать причиной отравления. Но ядовитого типа ему не добавили. Вот тоже интересно, многие покемоны, не имея какого-то типа, все-таки могут использовать некоторые атаки, которые им добавлялись в виде вот таких вот описаний. То есть ты можешь быть не ядовитым типом, но пользоваться ядовитыми атаками. Голдин. Вода. Рыбий покемон. Его спиной и брюшные плавники прекрасно развиты. Голдин развивает скорость до 5 узлов. Сикинг. Рыбий покемон. Его рог очень остр и прочен. Гнездо для себя он высверливает своим рогом в камне. Высверливает. Выдалбливает, получается, он у него ж не сверло. А значит, это рыбка такая под водой, в земле такая, так, об камень такая. Будумс, 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 будумс. Стукается. Старио. Ау. Ау, что я? Вот, Старио. Вода. Часто встречается на морском побережье. По ночам его ядро вспыхивает красным светом. Звездный покемон. И нет данных его места обитания, потому что он нам недоступен. Старми психический. Он был психический. Его тело состоит из двух пятиконечных звезд. Есть версия, что это инопланетный покемон. Инопланетный покемон? На самом деле, да... И изучая мир покемонов немножечко, да, я понял, что есть много покемонов, которые считают из космоса. Клайфери. Считается, что они вместе с метеоритом на лунную гору упали. И это тоже получается инопланетный покемон.
Может быть, когда-нибудь появится достаточное количество инопланетных покемонов, и их как-нибудь выделят в какой-нибудь тип, там, я не знаю. Вообще, на самом деле... Ай, ладно, об этом как-нибудь потом поговорим. Я про фейкомонов хотел поговорить. Мистер Майм. Чисто психически, я почему-то ему еще и жука приписывал. Мимический покемон хорошо подражает людям. Говорят, мистер Майм может создавать стены буквально из ничего. Мы его обменяли. Скайтер. Жук. Воздух. Он воздушный покемон. Ну да, у него же крылышки есть. Сабельный покемон. Разделывает свою добычу острыми клинками. Иногда скайтер расправляет крылья и летает. Зона сафари обитания. Джинкс. Лед. Психа. Я думал, что психолед. Вот немножечко расширил, да, свои знания. Целующий покемон. Говорит на языке, который похож на человеческий. В настоящее время ученые пытаются расшифровать этот язык. Ой, помню про обвинение в Ладно. Ну, про то, что она первоначально была не фиолетовая, а черная, и это обвинили в расизме. Электробас. Электрический покемон. Питается электричеством. Электробазов часто можно встретить возле электростанций. Это громовой покемон, и он обитает на электростанции. Магмар. Огненный покемон. Вулканический покемон. Его можно встретить возле действующих вулканов. Температура пламенного тела Магмара 2200 градусов по Фаренгейту. С таким точно не пообнимаешься. Пинсир. Его огромные клешни невероятно мощные. Если враг попадется в клешни, то уже не выберется живым. Жук-олень покемон. Жук-олень. Это уже проблемы наших переводов на русский язык. Торос. Нормальный покемон. Когда он готовится к атаке, то хлещет себя тремя своими длинными хвостами. И тоже зона сафари. Маджикарп. Вода. Медлительный и вялый. Его по праву считают самым слабым в мире покемоном. Рыбий покемон. И он обитает везде. Ярдос. Он еще и воздушный у нас, а я почему-то считал драконий. Вот, видите как, да? Не считал бы я Покедекс, бы не знал бы Ярдос. Хотя я что-то это не запомню. Чудовищный покемон. Крайне агрессивен. Гиперлуч, который Ярдос стреляет изо рта, способен уничтожить любую цель. И также он везде обитает. Лапрос. Вода. Лед. Транспортный покемон. Это высокоинтеллектуальный покемон, прекрасно понимает человеческую речь. Он любит возить людей на своей спине. Покатай меня, большая черепаха. Дита. Мой брат просто в восторге от этого покемона. Свободно меняет свою клеточную структуру, чтобы преобразоваться в другие жизненные формы. Имитирующий покемон не имеет ни одной своей атаки. Но может превращаться в любого покемона и использовать его атаки. Иви. Эволюционный покемон. Очень редкий покемон, способный эволюционировать несколькими путями в зависимости от обстоятельств, а именно камнями. И вот его эволюции. Вапорион. Вода. Водяной покемон. Его клеточная структура наподобна структуре воды. Находясь в воде, Вапорион может становиться невидимым. Джолтеон. Когда он встревожен или напуган, его шерсть превращается в иглы, которыми Желтеон стреляет во врагов. Электрический он. Флареон. Пламенный покемон. В его теле есть огненная сумка. Температура выдыхаемого Флареоном пламени 3100 градусов по Фаренгейту. Огонь. Поригон. Виртуальный покемон. Первый в мире искусственный покемон, созданный на основе передовых технологий, то есть его создавали люди. Омонайт. Камень, вода. Как будто тоже вода. Вымерший покемон, живущий на морском дне. Омонайт передвигался с помощью 10 щупалец.
Брюхоногий покемон. А. Омастар. Камень, вода. Брюхоногий покемон. Его щупальца прекрасно развиты. Имя Монастара ловит свою добычу, а затем кусает ее. Кабута. Камень, вода. Я почему-то считал тебя жуком всегда. Моллюсковый. А, он моллюск. Генетически воссоздан из древней каменелости. Твердый панцирь надежно защищает его тело. Кабутопс. А, главный, наверное, противник Скайтера. Превосходный пловец. Своими клинками он захватывает жертву, а затем высасывает из нее воду. Он типа как комар втыкает в него свои ножи и пьет воду. Сколько я же развеиваю своих стереотипов по покемонах. Аэродактиль. Древний покемон, воссозданный из генетического материала, найденного в инвентаре. В полете аэродактиль громко кричит. Снорлакс. Нормальный тип. В день съедает не менее 880 фунтов пищи. После насыщения Снорлакс засыпает. Спящий покемон огромный. Артикуно. Лед, воздух. Один из легендарных покемонов птиц. Из-за длинного развивающегося хвоста можно часами любоваться его полетом. Южный покемон. Лед, воздух. Забдос. Электричество, воздух. Искрящийся покемон. Один из легендарных покемонов птиц. Во время полета искрит и издает громкий треск. Молтрес. Огонь, воздух. Один из легендарных покемонов птиц. А ведь очевидцы говорят, что его крылья пылают ярчайшим огнем. Пылающий покемон тоже легендарный. Дратини. Псевдолегендарный покемон. Вообще, в мире покемонов есть такой термин — псевдолегендарные. То есть это обычные покемоны, которых также можно не в одном экземпляре найти, но по своим статам они достаточно могут сравниться с легендарными покемонами. И также они имеют какую-то там свою историю. Вообще, легендарный покемон подразумевается под тем, что за ним есть какая-то легенда. Дратини. Даже молодые оспи могут достигать 6,5 футов в длину. Дратини быстро растет и часто сбрасывает кожу. Как-то его здесь глупо нарисовали. Драконий покемон. И это единственный покемон-дракон, который был в первом поколении. Драгонайр. Считается, что драгонайры живут в морях и озерах. У него нет крыльев, но очевидцы говорят, что он умеет летать. Драконий покемон. Ну и драгонайт. Дракон, воздух. Может летать, несмотря на большую массу. Драгонайт может облететь вокруг Земли за 16 часов. Такие вот дела, ребят. Такой вот был у нас Покедекс. Надеюсь, вам было очень интересно. Тут вот можно посмотреть среды обитания полевые покемоны. Вот они все покемоны, которые обитают в полях. А это кое на что влияет, если мне память не изменяет. Вот. Такие вот дела. Так. Вот оно. А, полевой покемон у нас будет подавать. Лесные покемоны. Жучки. Жучки. Птички. Пикачушка лесной. Виппинбелл. Парас. Винонат. Ну и все травяные покемоны и жуки. А в основном из леса. Прибрежные покемоны. А, рыбки. Рыбки, крабики. Уточки, лягушечки, тупицы и дракон, ну и сквиртл. Морские покемоны, а то есть прибрежные и морские, есть разница, так что ли? Морские покемоны — это Тентакул, Старью, Шелдер, Сиил, Корси, Лапрас, Аммонайт, Кабутопс и все.
пещерные покемоны. Их так мало. Зубаты, Диглиты, Оникс. Они причислены к пещерным покемонам. Ну, а где же еще призраком быть? Горные покемоны. Джиатьют, Манки, Мачампы, Клайфери, Кубоны, Магмар, ну Вулкан, так Снорлакс, Аэродактиль и Чармелеон, Чармандер, горный покемон, степные, Спироу, Сэндшрю, Райхорн, Магнемайт, домашние покемоны, Мяут, Граймер, ну, домашние подразумеваются под городские, то есть покемоны, которые появились в городе и обитают возле городов. Абра, так. Ну, все такие покемошки, которые... какие-то редкие покемоны. Пока что у нас только одна страница. Ну и тут можно... по алфавиту, по типу, по массе, по размеру. По размеру, что тут? Типа самый маленький у нас Диглет. Вот. А самый большой у нас... самый большой покемон у нас. Давай. Тоже у нас в первом поколении самый большой покемон. Оникс все-таки больше Снорлакса, да? А, по типу мы можем тут отсортировать. Вот можно посмотреть, сколько нормальных. Потом пошли нормально воздушные и все. Бойцух. Вот. Потом пошел яд. Вот яда очень много в первом поколении. Просто неимоверно много ядовитых покемонов. Так, земля. Камень. Камень. Воздух. И камень, камень, камень. Но камня, чисто камня нету. Что самое странное. Жуки. Так, ну призраков мало. Пошел огонь. Огненных достаточно много. Теперь вода. Ой, сколько воздуха. Ой, 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 какая прелесть. И травяные, да, 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 да. Электрические. И психические. Льда всего лишь два. И дракона. А, по алфавиту смысла нет. Абра и последние там. Так, по массе. Самый легкий у нас Гастли. Который 0,2 фунта весит. А самый тяжелый у нас будет Снорлакс. Или все-таки опять Оникс. Так. Самый... да, Снорлакс у нас самый тяжелый, оказывается. Так, прочее. А что это выключить покедекс? А, просто выйти из него. Ну, вот такая вот у нас получилась, ребята, серия. Если вдруг вам понравилось, как я просто читал текст... то ставьте лайки и напишите какой-нибудь комментарий, что-нибудь интересное, что вы еще знаете. Потом переходите на канал Taurus Gaming Revival и посмотрите видео других летсплееров. Ну а я вам говорю, до свидания!